Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, и радость окрыляет нас, зима закончится сейчас. Томлением душа полна, настало время обновления, любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать. Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима. 16 февраля, день Семена и Анны. Сегодня вспоминают жизнь и деяния святого Семена Богоприимца и святой Анны Пророчицы. Анна находилась в Иерусалимском храме, когда в него родители принесли младенца Иисуса. Она первая узнала, что это Спаситель, и поведала об этом. Старец Семен прожил 300 лет, чтобы встретиться со Спасителем. И согласно Божьему завету, он мог спокойно умереть. Симеон принял на руки младенца Иисуса, подержал его, исполнил обряд, отдал родителям и умер. Этот день называют хранителем младенцев. И к Анне, и к Симеону обращаются с просьбой о даровании здоровья новорожденным. А еще его называют починки. С ранней зари, помолясь, всей семьей крестьяне шли в сарай работать. Занимались ремонтом летней сбруи, ездовой и пахотной. Отчего появилась поговорка: «На Симеона расчиняй починки». Симеон с Анной сбрую подчиняют. Считается, что в эту ночь домовой приходит на конюшню и катается на лошадях. Может даже загнать их насмерть. Чтобы нечисть не побеспокоила животных, хозяева на ночь привязывали к гриве каждой лошади по кнуту и паре портянок. Это был оберег от домового. А чтобы задобрить домового, и он не проказничал, после ужина оставляли в углу горшочек каши на ночь. В этот день была традиция украшать веники. Согласно поверьям, именно в венике живет домовой. Поэтому подметать пол сегодня запрещалось, чтобы не нарушить покой хозяина. Также существовала опасность вымести и самого домового. А это оставить дом без защиты. С этого дня отсчитывались 7 наиболее сильных утренних морозов. Их называли утренниками. После них наступала весна. Приметы. Если день снежный, лето будет дождливым. Чем раньше встанешь и начнешь делать домашние дела, тем быстрее наступит весна. Не починить изношенную сбрую в этот день к неприятностям. Если в этот день утром снег, к урожаю ранних хлебов. Полдень, к урожаю средних хлебов. Снег под вечер, к урожаю поздних хлебов. Не рекомендовалось в этот день носить черные вещи и брать деньги взаймы к мелким досадным неприятностям.
Thank you.